Ну что, к сожалению, вот так выглядит лунное затмение из-за облаков в Харькове 17 июля 2019 года, 0 часов 27 минут по Киеву. Через 4 минуты самый-самый пик этого затмения. Но облачность такая, что на лунное затмение это ни грамма не похоже, а похоже на перекошенный смайлик посреди небосвода. Досада. Видимо, матушка природа над нами таким образом подшутила. Ну, смайлик и смайлик. Ни кратеров не видно, ничего. Сплошная пелена. Как сквозь молоко. А, ну вон виден. Кратер тихо. Тихо и мутно, я бы даже так сказал. Жаль. Третий раз снимаю лунное затмение. И всего один раз получилось снимать в хорошую погоду. В прошлом году было полное лунное затмение. Такая же примерно. Такие же примерно атмосферные были условия. А в позапрошлом году затмение было всего 25%. Луны закрывал диск, тень Земли закрывала. А вот сейчас 65. Но тут облака работы земной тени не оставили. Сами все закрыли. Натурально, смайлик посреди ночного неба. Ни Сатурна не видно, ни Юпитера не видно. Именно что слева как раз небо чистое, Кассиопеи созвездие видно. А вот ровно там, где нам надо, такая вот досада. Ладно, подожду еще, поснимаю, может, когда убывать затмение будет, может, хоть чуть-чуть яснее будет небо. Да, фотоаппарат не понимает, что от него хотят получить. 31 минута. Аккурат пик затмения.